Все параметры в норме. Добрый вечер! Всем привет! Здесь Rusty Sharks и, ну, условно, с небольшой подвижкой мы сегодня празднуем 4-летие нашего коллектива, о чем мы сами узнали из рекламы на самом деле. И, пожалуй, мы можем начать. They shot down gang ballroom and neighborhood. Started to storm on the ground. Serious skill, screaming and pain, giving all trouble smell. But I'm not a still hovering up there. I've got just in your hell. Oh well, that is scary, but it's low. Whoa, well, could it faster than a bell? For the green, I'm bringing snacks. We'll learn a new spell. But I'm not a still hovering up there. Six-size sniper rifle and fucking bang, chit-chat and move. I'm hiding a six-shooting rifle. Serious game, screaming and bang, giving all trouble smell. But I'm not a steel or in a band. I've got dressing to hell. Ooh, well, that's scary, spider smoke. Ooh, well, could it faster than a bow? Yeah.
солнце. Да-да-да, сегодня нам 4 года, ребята. Мы молоды, молодые силы. Лирическая. Like Jim Morrison.
Спасибо. Thank you.
come on, get drunk on Friday night. Thank you.
trunk and your trunk has bad moves. 7 hours, 7 hours. Where you go? Fitting school, fitting school. Stars and school. Train, smash your head, it might be over, might be over. Get in there, stay alive, stay alive. Make it cool, sharp your knife, sharp your knife. Love your cool. I'm not afraid to die.
Девчонок порадует мечо, раздеться, что ли? All right.
Ну что, собственно, день рождения отметили. Нам понравилось, надеюсь, вам тоже. У нас осталось буквально пара песен. Мы их обязательно сыграем. Даже если будут просить не сыграть, мы все равно сыграем. В смысле, это те песни? Это не те песни. У нас есть пара песен, во время которых Даша пытается из клуба убежать. Мы потому что с пацанами материмся. Ну, алкаши ебаные. Честно взять. Она краснеет и убегает. Но мы их не будем сегодня играть. Вам может понравиться, конечно, я не знаю. На самом деле, сейчас будет песня, которая стала заглавием для нашего альбома. Он называется «Титаник». И вот где-то в том углу наша верная помощница Дарья может... Она прыгает вон там. Она может забашлять вам диски за небольшую мзду и наши футболки. Так что если вы хотите поддержать молодых музыкантов, чтобы нам было на что, записать следующую пластинку, вот идите к ней и тратьте бабло. Нахуй тратить в баре — это не модно. Бухать не модно. Да, купите себе. Посмотрите на меня, я вообще не пью. Вранье, конечно же. Предпоследняя практически композиция, она называется «Титаник». Мы сейчас ее исполним. Василий, мы же можем? Могли бы? Могли бы. Василий, это не та песня. Я чувствую жопой. Thank you.
Спасибо, с вами были Rusty Sharks, приходите еще. Спасибо всем, кто танцевал, мы играли для вас. Увидимся. Очень тихо. Ну хорошо. Так мне это нравится на самом деле. Можно еще разок? Он выпить пошел, я тоже. Две минуты. Принесите мне, пожалуйста. Ну что, продолжим? Короче, план такой. Мы тут давеча репетировали неожиданно. И написали очень грустную песню. Нет, не написали. А что ты меня хватаешь? Забыла? Ну давай попробуем. Мы попробуем сыграть грустную, а если не получится, нахуй сыграем веселую. Woo!
Будем считать первый опыт удачным, но веселую песню мы все равно сыграем. Сыграем и пойдем. Спасибо всем, кто пришел. Нас с днем рождения, вас с нашим днем рождения и всех с наступающим Новым годом. Следующий наш концерт состоится... Ладно, простит меня Фишфабрик за такую наглую рекламу. Короче, у меня был свой кабак на Гривцова, дом 2, 5 января. Я его закрываю, и играть мы будем там. Будет прощальная вечеринка, бухло, и давайте разъебем мой кабак в жопу. Спасибо всем, с вами были Расти Шаркс. Поможем Танечке сделать ремонт, так сказать. Да, я всегда мечтал сделать ремонт в своем кабаке, и вот, кажется, время пришло, но сначала надо сломать его.